إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله معشر المؤمنين وверующие рабы Аллаха. Из великих грехов, из страшных преступлений, деяния, которое называется сихр. Ас-сихр, то есть колдовство, в аятах Корана и в хадисах пророка, алейхиссалату вассалам, великие угрозы в адрес тех, которые занимаются колдовством. Что такое колдовство, что такое сихр? Сихр – это различные действия в виде завязывания узелков, дутья, поплевывания на эти узелки, взаимодействие с шайтанами, с дьяволами, чтение разных заклинаний. Для чего? Для того, чтобы принести вред. И этот вред, он бывает разный. Колдовство может убить, колдовство может вызвать болезнь, колдовство может разлучить мужа и жену, принести многие другие вредные последствия. Но, конечно, мы знаем с вами, что все, что происходит на небесах и на земле, оно, конечно же, происходит по предопределению Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит о колдовстве в Коране, говорит: «Ва ма хум би дарриина бихи мин ахадин илля биизниллях». Но они посредством этого могли причинить вред только не иначе, как с дозволения Аллаха, только как по предопределению Аллаха Субханаху ва Тааля. У рабы Аллаха, мы должны знать с вами одну вещь, что человек не может стать колдуном иначе, как путем отказа от веры. Чтобы стать колдуном, он должен стать неверующим. Чтобы стать колдуном, он должен забросить Коран, отбросить, отказаться от книги Аллаха Субхана ва Тааля. Он непременно должен начать поклоняться шайтану, должен начать поклоняться дьяволам. И Аллах Субхана ва Тааля, он указывает на этот смысл в Коране: «Валамма джааахум расулу мин индиллахи мусаддикун лима маахум, набаза фарикум мин аллазина утул китаба китаба Аллахи вараа зухурим, кааннахум ла яалямун, ваттабау ма татлю шайатин аля мульки Сулейман». Аллах Субхана ва Тааля говорит: «А когда пришел к ним посланник от Аллаха, подтверждающий истинность того, что есть у них из Писания, то вот часть из Ахлюль-Китаб, из тех, кому даровано Писание, отбросила Писание за спину, как будто они не знают его, и последовали за тем, что читали шайтаны, что читали дьяволы, чему учили дьяволы людей во времена Сулеймана. Но сам Сулейман не был неверующим, он не учился колдовству, но дьяволы, они были неверующими, юаллимуна ан-наса сихр, и обучали людей колдовству. О, рабы Аллаха, сахир, колдун, он кафирун билля, он неверующий в Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва ма юаллимани мин ахадин, хатта якула иннама нахну фитнатун фала такфур». Они никого не обучали колдовству. Речь идет о двух ангелах, которые были в Вавилоне. Никого не обучали колдовству, пока не говорили: «Мы только фитна, мы только испытания, мы только испытания, не становись неверующим». Значит, человек, который изучает колдовство и который практикует колдовство, такой человек является неверующим. У рабы Аллаха колдун, он никогда не обретет счастья. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валя юфляху сахиру хайсу ата». И не достигнет счастья, успеха колдун, где бы он ни был. И у рабы Аллаха, вы знаете, что колдуны – это из тех людей, которые сеют, из тех, которые сеют большую порчу, больше всего сеют порчу и фасад на земле. И Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Инна Аллаха ля юслиху амаля аль-муфсидин», говоря, рассказывая о Мусе, что Муса сказал по поводу колдунов. Муса сказал им то, что вы совершаете это сихр, это колдовство. И Аллах Субхана ва Тааля сделает его тщетным, и Аллах не даст никогда успеха, никогда не приведет в порядок дела муфсидов, тех, которые сеют порчу. То есть колдун, он муфсид, он тот, который сеет порчу на земле. И какую порчу на земле? Колдовство – это то, что разрушает семьи, которые пребывают в благоденствии. Те, которые разрушают процветающие дома, то, что разлучает любящих друга людей, то, что раскалывает общество, которое находится в безопасности. Колдовство – это то, что разрушает веру, то, что расшатывает иман. Колдовство никогда
ничего хорошего для людей не приносит. Колдун никогда не может принести людям что-то хорошее. От него исходит только вред, огромный вред, великое зло. Как для человека по отдельности, так и для целого общества. У раба Аллаха, у колдунов, конечно, у них есть признаки. Эти признаки, их нужно знать. Для чего? Для того, чтобы не попасться на их удочку. У них много признаков. Из признаков колдунов первый признак, что он, когда человек обращается к нему, он сразу спрашивает его про его имя, имя его матери. Либо даже не спрашивает, а уже сразу, как только человек пришел, говорит ему, тебя зовут так-то, мать твою зовут так-то, у тебя такая-то проблема или такой-то недуг, от которого ты страдаешь. Это первое. Второе, у рабы Аллаха колдун, он бормочет какие-то слова, произносит какие-то неясные вещи, какие-то могут быть это заклинания, какие-то выражения непонятные. Вот это бормотание, произнесение неясных слов – это из качеств колдуна. Еще. Колдун, он просит у человека что-то принести ему из личных вещей или какую-то часть тела человека, волос или ноготь, что-то принести от человека, которому, в отношении которого хочет совершить колдовство. Это только некоторые признаки колдунов, а на самом деле этих признаков много. Но, рабы Аллаха, мы должны с вами знать одну вещь. Мусульманин, который верит в Аллаха, который верит в вечную жизнь, он ни за что, никогда не может обратиться к колдуну. Даже если цель человека – пойти к колдуну, чтобы снять колдовство, все равно нельзя. Ни под каким предлогом ты не должен идти к колдуну, обращаться к колдуну, о раб Аллаха. Если ты обращаешься к колдуну, на самом деле что происходит? Ты продаешь свою религию. Потому что колдун, он никогда не удовлетворится. Он никогда не поможет тебе просто так, без того, чтобы не заставить тебя совершить что-то, что является приближением к дьяволам, что является поклонением шайтану. Всегда так. Он тебя заставит что-то сделать. Может быть, часто это бывает. Он скажет, зарежь какое-то животное, но только не произноси имя Аллаха, не говори бисмилля. Зарежь без бисмилля. Это может быть петух, это может быть курица, это может быть даже крыса или мышь. Зарежь. Может также сказать, в определенном месте сделай это, не везде, а именно в этом месте. Может сказать, возьми и кровью этого животного выпачкай что-то, какое-то место. Или, может быть, сам возьми и обмажься этой кровью и так далее. Он тебя толкает на действия, которые, по сути, являются ширком, ширком, многобожием, поклонением шайтану. Эти вещи, у раба Аллаха, это из тех вещей, которые строго-настрого запретил шариат Аллах, субхану тааля. И Аллах, субхану тааля, предостерег нас строго-настрого и сказал пророку, алейхиссалату вассалям, «Иджитанибу ас-саб'аль мубиқат». «Иджитанибу», далеко-далеко будьте от семи вещей грехов губительных. И назвал среди этих губительных грехов сихр, то есть колдовство. У рабы Аллаха, я хочу обратиться ко всем вам, случается с человеком. Случается такой период, когда его постигают какие-то неудачи или болезни, обрушиваются на человека одна за другой, он все время болеет. Или случаются какие-то бедствия, несчастья с ним все время друг за другом, и это ослабляет человека морально. Человек становится слабым морально, и вот что происходит, он начинает слушать людей, и он поддается уговорам людей, которые говорят ему, есть там один дедушка, или есть один мужчина, или есть один экстрасенс, который всем помогает, или есть одна бабушка, которая всем помогает, и человек слушает, а он слаб сейчас, и поддается уговорам, и обращается к таким людям, которые занимаются неизвестно чем, или даже знает он, что он занимается колдовством, но человек себя успокаивает внутренне, говорит сам себе, ну я в таком состоянии сейчас, что мне делать, я уже все испробовал, ничего мне не помогает, ведь я же не хочу плохого, я же не хочу кому-то причинить зло, я просто хочу избавиться от колдовства, которое меня постигло. О раб Аллаха, послушай, ну разве мусульманину, верующему в Аллаха и в судный день подобает ради того, чтобы избавиться от какой-то проблемы, продавать свой иман, продавать свою религию, продавать свою акиду? Это же самое великое зло – продать свою веру. Как может мусульманин быть довольным тем, чтобы, опираясь на какие-то мнимые предположения, на какие-то ложные утверждения, что якобы колдовство может тебя избавить от проблем или снять с тебя другое колдовство, опираясь на это, продавать свою религию? О, рабы Аллаха,
Давайте будем бояться Аллаха Субхану ва Тааля. Давайте будем помнить, что Аллах Субхану ва Тааля наблюдает за нами всегда, что бы мы ни делали. И мы должны знать с вами, что исламский шариат, он запретил колдовство в любом виде из-за того великого вреда, который оно приносит. И самый великий вред от колдовства – то, что колдовство разрушает религию. Но мы должны с вами знать, что этот шариат, он не оставил нас без средств для спасения и средств для защиты. Вместо вот этой чуши, вот этих несостоятельных всяких мер, которые нам предлагают сходить к колдуну и решить свои проблемы – Аллах Субхану ва Тааля даровал нам великие способы защиты от колдовства и лечения колдовства. И перво-наперво запомни, о раб Аллах, это твой таухид, это твое единобожие, и устремись к Аллаху Субхану ва Тааля. Устремись дуа, с мольбой. Пусть это будет горячая мольба, пусть это будет настойчивая мольба, пусть это будет мольба от сердца смиренная, ибо Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ва иза саляка ибади анни». Если спрашивают тебя обо мне, рабы мои, то я близок. Я близок и отвечаю на дуа, на мольбу того, который ко мне обращается, кому взывает. Попроси Аллаха, устремись к Аллаху, Субхану ва Тааля. Аллах избавляет от всех бед, не сомневайся в этом. Что еще тебе надлежит делать? Читай Коран. Читай Коран. Не забрасывай чтение Корана. Особенно читай Сур-Аль-Бакара. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Икрау сурат аль-Бакара, фа инна ахза барака, ва тарка хасра, ва ла тастати'уха аль-Бакара». Читайте суру аль-Бакара, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Потому что взять Бакару – это барака, это благодать. А оставление чтения суры аль-Бакара – это сожаление. И не могут одолеть аль-Баталя, то есть колдуны не могут одолеть суру аль-Бакара. Дом, в котором читается сура аль-Бакара, бежит оттуда шайтан. Что еще из великих аятов, которые нужно читать для защиты от колдовства и лечения от него? Это аят-уль-Курси. Аят-уль-Курси – самый великий аят в Коране. Тот, кто будет читать аят-уль-Курси утром, будет под защитой Аллаха Субхану ва Тааля до вечера. Кто будет читать вечером, прочтет аят-уль-Курси, будет под защитой Аллаха Субхану ва Тааля до утра. Когда ложишься спать, тоже читай аят-уль-Курси, потому что тогда будет возле тебя защитник от Аллаха до самого утра. И к тебе не сможет приблизиться ни один шайтан. Что еще, раб Аллаха? Последние два аята из суры аль-Бакара. Тот, кто читает последние два аята из суры аль-Бакара на ночь, ночью, кафатаху, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, это избавляет его, защищает его от всего плохого, от всякого зла. И, конечно же, каждый из нас знает суры аль-Ихляс, суры аль-Фалак и суры аль-Нас. Читай эти три суры по три раза утром и вечером. Это защита. Также не забывай про утренние и вечерние зикры, которым научил нас пророк, алейхиссалату вассалям, и зикры, которые после намазов. Еще что? Очень важно. Защита от колдовства и от всякого зла – это выполнение того, что Аллах Субхану ва Тааля тебе вменил обязанность – фарды. Бережно соблюдай, выполняй фарды – это защита, особенно пять намазов. А из пяти намазов – особенно утренний намаз, если это мужчина в джамаате. В джамаате, коллективный утренний намаз. «Ман салля субх фахуа фи зиммати-ллях», говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Кто совершает утренний намаз, тот под защитой Аллаха Субхана ва Тааля. И еще что? А еще это избегай грехов. Избегай того, что запретил Аллах Субхана ва Тааля. И вот это вот из причин защиты и спасения. По дозволению Аллаха Субхана ва Тааля. И просим Всевышнего Аллаха уберечь всех нас, всех мусульман, от зла, злодеев и преступников. Акулю хазал каул, вастагфиру Аллаха ли ва лакум. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به